ямщички да молоды, є ямщички да холосты, извозчички да холосты, извозчички да молоды. Этот молодь сюда целого, девку хочу. Пляска! Девки в круг! За душевные березоньку пойдем и запоем. От кого отпить захочем, от того и отобьем. Друзья, еще раз громкие аплодисменты. Прекрасная номинация. Так, ну а перед тем, как объявить следующую номинацию, давайте с вами познакомимся поближе. Так вот, это все-таки корпоративный фестиваль. И здесь, именно здесь, сегодня, в этом зале, меньше детей, дети, конечно же, за кулисами, а здесь у нас работники ПАО «Газпром». Все правильно? Ну, в основном работники. Друзья, очень просто. Давайте будем перечислять слова. Если для вас это не просто слова, а ценная аббревиатура, соответственно, просто покричите. Итак, ЛПУМГ. ЛЭС. АГНКС. АПО. СМУС. КС. РИАПОР. ЗТК, ФФ, СТК, ИИ, ДО, ИО, ПАО «Газпром». Это про вас, факел. Как у нас обстоят дела? Все готово. Вокал «Народный ансамбль». Вокальный ансамбль «Задоринка». Белорусская народная песня «Гыля, гыля, гуси». Наплакалась, нарыдалась, я давно с милым не видала.
А следующая номинация – вокал-эстрадный ансамбль, вокальный дуэт «Апельсин», песня «Зажигай». Продолжаем вокал-эстрадный ансамбль, дуэт «Хэппи». Песня «Свободная птица». Птица парит в небе и за собой нежно манит. Ввысь улететь мне бы за облака и туманы, хоть на мгновенье птицей свободной стать. Я верю, я знаю, мечте моей сбыться. Поднимется в небо и крылья расправит свободная птица. Ни ветра она не боится, взлетает упрямо сквозь туч караваны свободная птица. Людям летать сложно, им не дана та свобода, но лишь на миг можно ей изменить ход природы и на мгновенье птицей свободной стать. Мы верим и знаем, мечте наши сбыться. Поднимется в небо и крылья расправит свободная птица. Ни грома, ни ветра она не боится. Летает
прямо сквозь туч караваны, свободная птица. В небо и крылья расправит свободная птица. Ни грома, ни ветра она не боится, взлетает упрямо сквозь туч караваны свободная птица. Вокальная группа «Вдохновение», песня «Вокализ». Песня «Вокализ». Ля-ля-ля-ля-ля.